Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас трехступенчатая программа по уходу за руками Фаберлик. Будем делать все вместе с вами, подробно посмотрим, все расскажу. Итак, поехали. Это перевыпуск старой трехступенчатой системы, но я ее, девчонки, не пробовала. Я брала крем формула омоложения, я брала крем жидкая перчатка, а к своему стыду химический пилинг и тонкую шлифовку ни разу не брала. Здесь у нас с вами три ступени. Первая ступень — это химический пилинг. Вторая ступень — это тонкая шлифовка. Третья ступень — это два крема, формула омоложения и жидкая перчатка. Они оба невероятно крутые, у нас такой вот красивый дизайн, теперь перевыпуск. Так, с чего мы с вами будем начинать? Химический пилинг для рук. Артикул, его все можно как бы купить отдельно. 13,94, здесь 60 мл. И основная информация. У нас здесь с вами, так, состав поближе вам показываю, кому интересно. Вот у нас с вами ингредиенты. Вода, глицерин, сода. Но по идее здесь должны быть кислоты, если это у нас с вами химический пилинг. Современная альтернатива классической ванночке для рук. Гель размягчает кожу, деликатно отшелушивает ороговевшие частички и все поверхностные загрязнения. Всего за несколько минут кожа рук становится мягкой, а тон выравнивается. Я для наглядности сделала фото до. Вот вам тоже показываю, как бы рука до. Ручки — это тоже важный момент, потому что, как и лицо, и декольте, они выдают наш с вами возраст. То есть иногда смотришь, вот я уже в обзоре заказа рассказывала, женщина ухоженная, а руки у нее морщинистые, они тоже стареют. Так, на очищенную влажную кожу рук подождите 7-10 минут. При необходимости увеличите время воздействия до 15-20 минут. Смойте гель теплой водой, переходите к шагу 2. То есть нам с вами нужно на влажную кожу рук нанести вот этот продукт. Вот такой он гелеобразный. Итак, смачиваем ручки, но перед этим снимаем все часики, кольца. Итак, руки у меня абсолютно мокрые. Что мы с вами делаем? Выдавливаем гель на ручки. Вот так это все дело выглядит. И распределяем такими вот движениями на все ручки. Прям вот на все, на все, на все. Сейчас будет след такой от часов, от кольца. Сейчас будет у нас с вами пилинг работать. Я прям по кутикуле, потому что сняла еще ногти, восстанавливаю. По кутикуле, по всему, это такая склизкая гелеобразная консистенция. На ладошке тоже, слушайте, там мозоли почти как на тотоше, на ножках. Прям вот разнесла везде-везде, прям по всем пальчикам везде разнесла. Ну и выжидаем 10 минут. Что, девчонки, прошло 10 минут, я смыла, и мне еще пришлось походить, отвлечься. И что хочу сказать, кожа прям такая сухая. Но отшелушивает фокус, отшелушивает хорошо. Это по типу... Фокус вообще нас решил покинуть. По типу пилинга для лица. Отшелушивает хорошо, все здорово, все понравилось. И вот пока я ходила, руки прям вот сухие чувствуются. Так, давайте смотреть дальше. У нас с вами второй шаг. Артикул 13,95. И сейчас мы почитаем. Это что-то типа скраба, что-то типа шлифовки. Тонкая шлифовка. Состав, кому интересно, тоже ознакомьтесь. Он здесь уже побогаче. Прям такой богатый состав. Удаляет остатки химического пилинга, идеально шлифует кожу рук, делая ее гладкой и нежной, как шелк. Изысканный аромат. Кстати, шаг первый вообще ничем не пахнет. Вообще ничем. Так, способ применения. Нанести на кожу рук, помассируйте массажными движениями в течение нескольких минут. Не забывайте удалять, внимание, пальчиком кутикули. Вот, вот, вот. Смойте водой, перейдите к шагу 3. Ну, вроде все просто. Так, давайте смотреть. Как выглядит у нас шаг Б. Второй, точнее, шаг. Это, знаете, такая густая паста с большим количеством частичек. Прям с большим. Их много. Они похожи, знаете, такие на сахарные частички. Интересно, сахарные или нет. В составе у нас здесь вода, тоже глицерин, содиум лауриль, сульфат. В общем, это не столько важно. Частички больше похожи на сахарные. То есть вот такие вот крупненькие. Если вам камера передает, и их тут достаточно много. Так, ну что, я наношу обильно на ручки, прям сейчас еще на вторую нанесу, и буду как следует массировать, массировать. Вот так это все дело выглядит, когда растираешь по рукам, по пальцам, то есть частичек действительно много, они такие достаточно угловатые и крупненькие, прям вот крупненькие. Массируем как следует, ручки нам нужны гладенькие. Ой, девочки, аромат у него вообще обалденный, обалденный. Какая-то такая цветочно-парфюмерная одушка, очень-очень вкуснючая. Пока массируешь,
Вот так все это дело выглядит. Что-то даже как будто скатывается. Ну что, девчонки, все смыло. И что хочу сказать, очень нежная, гладенькая кожа. Вот уже разница видна. А еще мне показалось, что она светлее. Вот, то есть, если смотреть на всю руку, у меня кисть была, в принципе, так же загорелая, как и вот эта часть руки. Кисть посветлела. Поэтому я думаю, что система должна зайти тем, у кого возрастная пигментация. На ручках, я знаю, такое часто бывает. Ну и, конечно, профилактика старения кожи. Смотрите, вот здесь вот прям гораздо темнее, нежели тут. Они как-то посветлее стали. Ручки, пальчики, вот все стало посветлее. Это химический пилинг, скорее всего, так себя ведет, то есть высветление есть. Слушайте, надо на лицо попробовать, на пигментные пятна, вообще супер. Дальше у нас с вами третий шаг, и здесь два продукта. Один из них — это жидкая перчатка. Он розовенький, отличается от всех по цвету. Артикул его 1396. Он у нас с вами, помимо ухода, обволакивает, еще создавая защитную пленку, но она не ощущается пленкой на руках. То есть это такой крем, который не надо обновлять после каждого соприкосновения с водой. Действительно, это так. В прошлом дизайне, по крайней мере, было так. А другой, третий шаг, это у нас с вами формула омоложения, крем для рук 1397. Он как бы, в принципе, теми же свойствами обладает и тоже достаточно быстро впитывается и следов никаких не оставляет. Но в то же время ручки ухоженные, комфортные. Давайте с вами в этот раз выберем жидкую перчатку или один на одну руку, другой на другую и посмотрим. Крем плотный, и тот, и одушка такая же, как у тонкой шлифовки. Очень вкусная, цветочная, такая классная. Так, и формула омоложения у нас с вами на другую ручку. Вот так. Одушка такая же. Одушки у них совершенно одинаковые, по плотности они совершенно одинаковые. Вот сейчас бы еще, знаете, перчаточки надеть силиконовые, походить, тогда вообще будет красота. Но я думаю, и так процедура довольно мощная, и все будет отлично. Сейчас распределю кремчик по рукам. И покажу вам, и посмотрим заодно на до и после. Знаете, как будто такая силиконистая основа, ручки безумно гладенькие, впитывается он тоже моментально, и прям вот классно, хорошечно, очень гладкий. Я еще как следует помассировала ту часть рук, где у нас могут быть мозольки, да, то есть все огрубевшие какие-то частички, все они удалились, вообще ручки такие гладенькие, прям хочется и хочется прикасаться. Он еще не впитался, я его только распределила, вот прошло секунд 30, я его еще на руках ощущаю, но при прикосновении, а так он совершенно легенький-легенький. Вообще система классная, мне понравилась. Слушайте, я раз в 5 дней вот так вот прям буду делать. Я сначала думала, что это маркетинговый ход, и кремы, в принципе, одинаковые, но нет, девчонки, у них совершенно разные составы, кому интересно, показываю поближе, они прям вот разнятся. На паузу можно нажать и почитать, и вот второй. Они прям вот разнятся, и так приличненько разнятся. Ну что, мои хорошие, прошло где-то минутки полторы, крем полностью впитался, ручки гладенькие, ручки красивенькие, прям все супер, все классно. Мне безумно понравилась система, могу смело ее рекомендовать. Заботьтесь о себе, будьте красивыми, ухоженными. А ссылочка для регистрации Faberlic всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Всех люблю, целую, всем пока-пока.